3 нужно просто сложить 3 двойки. Гораздо труднее 2 умножить на 9. Слишком долго складывать. Поэтому в школе таблицу умножения просто учат наизусть. Но есть легкий способ умножать на 9 без таблицы и калькулятора. Допустим, тебе надо умножить 3 на 9. Положи ладони на стол перед собой. Отсчитай слева третий палец и загни его. Теперь смотри. Слева от загнутого пальца осталось 2, а справа 7 пальцев. Соединяем 2 и 7, получаем 27, понял? Ха! Контрольный пример. Сколько будет 7 на 9? Тут 6, а тут 3. Правильно, 63. Посмотрел мультфильм? Покажи его и своим друзьям в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке и других сетях. Нажми «Поделиться». Поставь лайк. Тебе не сложно, а фиксикам приятно. А еще мы ждем твоих комментариев. И подписывайся на наш канал. Давай дружить!